Ремонт учреждений здравоохранения находится на особом контроле у главы Орехово-Зуевского района. На днях Борис Егоров посетил поликлиники в Ликино-Дулеве, Дрезне и Куровское. И не везде остался доволен темпом проводимых работ. Но я смотрю, вы пока еще к инженерам не приступили. Проблемы. Почему? И электрику, и слаботочку уже, и магистрали холодной воды, отопление. Капитальный ремонт в Ликино-Дулевской поликлинике идет полным ходом. Строители показывают хороший темп. По словам подрядчика, на данный момент выполнено уже 70% всех работ. Заменена кровля, установлены новые пластиковые окна и межэтажные перекрытия. Осталось еще отремонтировать внутренние помещения, сделать перегородки и провести коммуникации. Понравилось очень довольно-таки темп работ. Сейчас работает 60 человек. Они планируют июле месяцем сдать ее в этом году. Также Борис Егоров остался доволен работами в Дрезне. Здесь капитального ремонта не проводилось уже несколько десятилетий. В настоящее время в здании полностью меняется кровля и фасад. Под замену попали и внутренние коммуникации, а также сантехника. В общей сложности на объекте работает более 30 человек без выходных и праздников. Ход работы контролирует и главный врач больницы. Подрядчики работают замечательно. Сроки исполнения контракта по качеству и по срокам, они выполняемы. Вот. Тесный контакт с руководителем подрядчиков ежедневный. Контроль администрации ежедневный. А сроки исполнения окончательных работ – это третий квартал этого года. Если быть точнее, конец июля. А вот в Куровской детской поликлинике не все так гладко. Окончание ремонтных работ здесь ждут уже давно, но пока все движется в очень медленном темпе. Здесь работает только 5 человек, сменился подрядчик. Темпы пока меня не устраивают. Будем встречаться, работать с ним. Как отметил глава района, этот же подрядчик занимается ремонтом гаражей Куровской станции скорой помощи. На этом объекте процент выполнения работ выше, чем в детской поликлинике. В помещении сделано отопление, вентиляция и поставлены новые ворота. По словам Бориса Егорова, если ситуация не будет меняться в лучшую сторону и скорость работы не увеличится, то, скорее всего, этому подрядчику будет найдена замена.